К 25 сентября закончат уборку зерновых, а к 30 числу соберут с полей картофель. В этом году посевная площадь в регионе составила более 930 тысяч гектаров. О ходе полевых работ на аппаратном совещании говорили акимы районов и руководитель управления сельского хозяйства. Подробности у Антона Александрова. Крестьянские хозяйства Абайского, Жанаркинского, Улытауского и Шетского районов уже завершили уборку зерновых. Остальные закончить эту работу планируют к 25 сентября. Между тем, собрать выращенный картофель надеются до 30 сентября, а овощи с полей уберут до 10 октября. На 20 сентября убрано и обмолочено 95,2% собранного урожая зерновых. При средней урожайности 9,3 центнера с гектара получилось 829,5 тысяч тонн зерна. От запланированных 109 тысяч тонн семян зерновых уже засыпано 99,6 тысяч тонн или 91,4%. Собирать урожай на поля вышли 1989 зерноуборочных комбайнов. По словам Оскара Санаубарова, качество собранного зерна хорошее. Достаточно в области зернохранилищ. Идет работа по формированию резервного фонда зерна. К приемке готовы 6 зерноперерабатывающих предприятий. В ходе отчета отдельное внимание уделили зерносеющему Осакаровскому району. Уборочная площадь зерновых вашего района – это почти 40% от площади всех зерновых в области. Поэтому показатели района значительно влияют на урожайность в целом по области. 374,6 тысяч гектаров составила уборочная площадь в этом году в Осакаровском районе. Обработать успели уже 98% посевной площади. Крупные хозяйства всю работу уже завершили, говорит Нуркен Кабжанов. У нас на сегодняшний день урожайность это порядка 10 центнеров с гектара. Ну, еще будут подрабатывать, Денис Махмудович. До конца посмотрим, как полностью завершим уборку. Ну, примерно, наверное, на этом останемся. В прошлом году у нас было 12,3 центнера, но у нас площадь была на 20 тысяч меньше. В этом году мы на 20 тысяч площадь увеличили, поэтому валовый сбор, я думаю, что у нас хуже прошлого года не будет. 92% необходимого количества семян на следующий год уже заложили, говорит Нуркен Кабжанов. 26 договоров заключили для пополнения стабилизационного фонда. Аким области поручил акимам районов и руководителям отделов сельского хозяйства проконтролировать своевременную уборку урожая для сдерживания цен на социальный хлеб и картофель, а также проводить работу по формированию запасов стабилизационного фонда. Антон Александров, Николай Шевелев, 5 канал.